19 декабря в 18:00 тут, на площади Независимости, около Красного Костела, я возложу свечу солидарности. Солидарности с теми людьми, которые сейчас находятся в неволе. Это Илья Воловик, это Вадим Бойко, Никита Емельянов, это правозащитник Михаил Жемчужный. Это те люди, которые борются за свободу в нашей стране. Те люди, которые подверглись репрессиям со стороны государства. Свеча – это символ памяти тех событий, которые происходили 19 декабря 2010 года в Минске. Свеча – это также знак солидарности с теми людьми, кто борется за нашу и вашу свободу. И сейчас, к сожалению, находится в неволе. Свободу узникам диктаторского режима. Свободу политзаключенным. Лукашенко должен уйти.